Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Сегодня страшные мистические истории от моих зрителей. Если вы впервые на моем канале, то обязательно подписывайтесь и нажимайте на лайк. Ну а если вы подписаны, вам не приходят оповещения, то отпишитесь и вновь подпишитесь, и тогда оповещения будут приходить. Но если вы нажмете на колокольчик, так что нажимайте все на колокольчик и нажимайте все на лайк, чтобы мои видео поднимались вверх, а значит, они будут выходить гораздо чаще. Сегодня я буду вам опять рассказывать страшные истории от моих подписчиков. Надеюсь, вам такие ролики заходят. И если это так, обязательно пишите в комментариях. И также рассказывайте свои страшные истории. Ну, а это самый активный подписчик. Под прошлым видео был. Если ты хочешь попасть в мое видео, то просто оставляй много интересных комментариев. Делись этим видео с друзьями, и тогда в следующее видео попадешь именно ты. Mad Knight. Надеюсь, я правильно прочитала твой ник. Привет, Лия. В моей жизни происходило немало мистических историй, но, пожалуй, я расскажу эту. Короче, я решила пойти спать за несколько минут до 3 часов ночи. Я закрываю дверь в комнату, беру своего кота и ложусь. Через несколько минут я услышала стук. Стуки не один раз, а как будто было несколько раз, быстро ударили. Я не обратила особого внимания, но когда этот стук повторился второй, третий, четвертый раз, меня это не на шутку напрягло. Я стала слушаться, и мне показалось, что это удары идут из закрытой двери в мою комнату. Стуки продолжались. Я уже не спала. Но потом, внимательнее вслушавшись, я поняла, что эти стуки идут вовсе не от двери, а откуда-то из шкафа. Это меня очень напугало. И потом прозвучал очень сильный и долгий стук, когда ударили в дверцу шкафа изнутри раз 6 точно в этот же момент. Мой кот так резко проснулся, и его не просто передернуло, он затрясся, его как передернуло несколько раз. Он прижался ко мне, и мы оба стали смотреть в ту сторону шкафа. Стуки продолжались уже более громкие и настойчивые. Я даже попыталась услышать их послание Морзе. Но как в азбуке Морзе, я знаю только, как стучать цифры от 0 до 5 и знаю, как стучать сигнал SOS. Я ничего знакомого не услышала. И потом я как-то заснула. До сих пор не понимаю, что это было. Но это было очень страшно. Все окна были закрыты, так как на тот момент была ранняя весна и все еще холодно на улице. Держать окна постоянно открытыми не вариант. Стуки шли точно из глубины шкафа. И как я не пыталась узнать своих близких, никто меня не пранковал. А у меня, знаете ли, шкаф довольно большой, туда кто угодно мог поместиться, может быть, кто-то там сидел этой ночью. Сверчок! Заметь, эта история произошла со мной в прошлом году. Мне 11, скоро 12, у меня в августе прошлого года умерла мама, я себя плохо чувствовала и даже немного приболела. И через неделю у меня поднялась температура, моя бабушка ушла в магазин. Я лежала, смотрела YouTube, но было очень плохо, и меня клонило в сон. Через некоторое время, когда я начала засыпать, дверь в зал хлопнула. Я подскочила, не понимала, что не так, как в фильме себя ущипнула, и я не спала. Я встала и неуклюжей походкой из-за температуры пошла и обошла всю квартиру. Легла обратно и забыла, ведь не хотелось забивать мой затуманенный разум. Ведь я списала на то, что мне показалось. Когда я с напрягом пошла спать, щелкнула дверь. Дверь можно закрыть снаружи и внутри ключом, но внутри можно и на щеколду. Тогда снаружи дверь открыть нельзя. Я перепугалась, опять поскочила и обошла всю квартиру. Но защелка была на своем месте. После того, как я опять легла, я начала покрывать матом всю квартиру и уснула. Я не знаю, как так получилось, можете не верить, я бы сама себе не поверила, если бы не приключилось со мной, надеюсь, заметишь. А, кстати, да, мат действительно помогает от нечисти, очень странно, но это действительно так. Лида 15831. Помню, когда один раз мы с папой проезжали мимо кладбища, и оттуда выходила женщина в черном платье, у нее было закрыто лицо, и у нее не было видно лица. Она как будто не шла, а летела и шла, или вообще летела за нами. И вот мы проезжаем мимо маленькой улицы, где нет ни одного поворота. Я смотрела на ту женщину, она шла, потом я остановилась, потому что мне под колеса велика что-то попало. Оборачиваюсь, а там ее уже нет. Но куда она
могла быстро деться, если там нет поворотов, а так быстро уйти назад не могла. Как думаете, что это было? Давайте, ребята, пишите обязательно в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Настя ТВ. Один раз лежала на кровати и пыталась уснуть. Моя кошка лежала со мной рядом. Она начала на кого-то шипеть, носиться по квартире и бить. Сейчас такое случается довольно часто, я не понимаю, что это такое. На самом деле, я уже говорила не раз, что кошки видят немного больше, чем люди. И поэтому, возможно, кошка видит каких-то существ, каких-то духов и так далее, которые не видишь ты. Хаба? Привет, у меня такая история, когда мне было 5 лет, я видела девочку в зеркале, я боялась, мне 11, до сих пор боюсь, потому что она делает мне боль во сне, а меня она душила и кричит «помоги». Я видела то, что она одна дома, и коридор длинный, 5 дверей слева и справа. Я от нее бежала, не могла открыть двери, она сказала, что точно попаду в ад, а сейчас ночь, мне снится демон, сегодня во сне он сказал, от этой девочки буду защищать. Я все рассказала бабушке, она сказала, я наследница бабушки. Ей то же самое снилось. И один раз я взяла зеркало и сказала: «Демон, защитник, приди». Он пришел и похож был на человека. Я кричала, звала маму. Мама сказала, что мне показалось, но нет. Вообще, я люблю черную силу, но не в таком смысле, то, что я люблю убивать людей. Сегодня я позвала в зеркале, увидела его, а у меня на голове были мелкие рожки. Он сказал, когда ты будешь злиться, эти рожки будут расти, но никто никогда их не увидит. И сейчас он мой друг. Татьяна Воронова. Прочитай до конца, не пожалеешь. Я была со своей сестрой у нее в гостях. Ее мама нас оставила одних и сказала, чтобы мы пропылесосили. После она уехала в центр города. Так вот, нам было лень пылесосить, решили ничего не делать и так пойти гулять. Мы уже закрываем дверь, стоим в подъезде. Как вдруг звонит ее мама и говорит: «Я знаю, что вы не пропылесосили, стоите в подъезде». Но мы не обратили на это внимания, зашли обратно в квартиру и пропылесосили. Я звоню маме и спрашиваю: «Откуда вы знали, когда мы не пропылесосили?» Она ответила: «Что? Я вам вообще не звонила, ничего не говорила». А потом нам стало очень страшно, потому что, серьезно, кто бы мог узнать, что мы не убирались, что мы в подъезде? Мы не поверили. Вскоре, когда ее мама приехала, мы взяли ее телефон и посмотрели звонки. И там тоже было показано то, что она нам не звонила. И это точно никогда не забуду. И я даже не знаю, что за существо разговаривало со мной тогда. И самое интересное, голос был ее, номер ее, но звонила не ее мама. Мне очень понравился комментарий Аленки, которая сказала одну очень мистическую страшную историю. Уже июнь кончается. Это реально очень страшно. Это самая страшная история из всех. Почему? Потому что как это возможно? Одуванчик полевой. Привет, Лия. Я Маша, мне 13. Эта история случилась со мной в прошлом году. Тогда я ходила в тэквондо в нашем маленьком городке. С тэквондо я возвращаюсь поздно, примерно в 9 часов вечера. У нас в это время было темно. По дороге было много заброшенных зданий и не было фонарей. Но тогда я к этому привыкла и, включив фонарик, спокойно шла домой. Когда я пошла до дома, оставалось примерно минут 5 идти. У меня села батарейка на телефоне и погас фонарик. Тут мой взгляд упал на окно заброшенной школы искусств. Очевидно, что там никого не было. Но мне стало очень жутко, и по телу побежали мурашки. Я пошла дальше, точнее побежала. Вдруг позади меня раздался дикий вопль. Я не знаю, как его описать, как будто кричал очень громко слово «стой». Сказать, что я тогда очень испугалась, ничего не сказать. Но самое интересное, что этот вопль слышала не только я, но и моя подруга, которая то время шла с мамой с магазина. Странно, но ее мама ничего не слышала. Никотин. Привет, меня зовут Вероника, я хочу рассказать вам жуткую историю. Когда мне было 4 года, родители подарили куклу. Она была красивая, у нее было красивое платье в цветок. И платок тоже такого же стиля. Я ее любила, даже спала с ней. Но когда я рисовала красками, то нечаянно опрокинула баночку на куклу. У нее нога стала чуть синей. После мне стало 6 лет, и она мне надоела, ее продали. Все было ок, но когда мне исполнилось 10, то тогда моя бабушка подарила мне ту же куклу на день рождения. Я сразу поняла, что это она, и сказала бабушке: «Я, где ты ее взяла?» Она сказала: «На рынке». Совпадение? Потом я отдала куклу какой-то девчонке в парке. Но через 2 месяца она ко мне вернулась. Моя сестра вернулась из школы, и ее зовут София. И показала мне эту куклу. София сказала: «Смотри, что я нашла, только пятно у нее синее».
Но ничего, отмою как-нибудь. Я в ужасе дождалась родителей и всем рассказала. Они тоже были в ступоре и смотрели на эту куклу. После этого мы сожгли эту куклу и переехали жить подальше от этого городка. В общем, это было, по-моему, прошлым летом. Все люди с улицы собирались класть асфальт. Тогда я и гуляла. Но в каком-то момент пошел какой-то мужик. Но мужик и мужик думал, но потом он начал как-то кричать, что я не услышала. Он стал показывать пальцем, якобы «иди сюда». Мне стало не по себе. И вдруг я услышала какой-то женский писклявый голос «беги». И я вся перепуганная побежала домой. Смотрю в окно, а он заглядывает и смотрит. Села на пол и ждала, пока он уйдет. Вот какой-то маньяк. Луиза Мейн. Я как-то шла во дворе, была в деревне, и меня позвали кушать. Во время еды я как-то неважно себя чувствовала, голова немножко кружилась. А потом я покушала и ушла обратно во двор. И тут через несколько минут меня снова позвали есть. Была та же самая еда, и члены семьи говорили об одном и том же, о чем до этого. И это не первая странная история в моей жизни. Рисовый пирожок. Я как-то шла с школы домой. Это была зима. Разговариваю с мамой по телефону. Когда я перешла дорогу и пошла по тротуару, ко мне навстречу шла женщина, вся в черном. Я сначала не обратила на нее внимания, но когда она приблизилась ко мне, произнесла: «Молодец, умница, так держать». Я опешу сказала спасибо и шла дальше. Я так и не могу понять, что это было. Типа она просто шла, улыбалась и вдруг похвалила меня, не знаю за что. Я даже не стала оборачиваться, мне показалось она странной, возможно, ее видела только я. Кристос. В детстве у меня умер дедушка, и он мне снился, когда у моих родителей и бабушки день рождения, и он просил передать привет от него. Я всегда передавала, но в день рождения бабушки я, может, забыла или не обратила внимания. Короче, когда мы праздновали, мне стало плохо, я вспомнила про поздравление и сказала бабушке, и мне стало легче. Вау. От Бинера у нас сразу много мистических историй, и я думаю, она будет как раз и завершать. Привет! Ну я тоже решила рассказать три мистических истории. На тот момент мне было 5 лет. Зима, день, в общем, красота. Я выхожу на улицу и иду к папе. Поскольку на тот момент я была в деревне, где не так много людей, я никого не встретила. Я помню, еще тогда в доме не было воды. Наша колонка на улице замерзла, и папа пошел на другую улицу на колонку. А эта улица, назовем ее Красная, начинается с соседнего дома. От моего дома до колонки очень близко. Сначала пройти немного прямо, потом повернуть налево. Я так раз 10 побегала от дома до колонки, и на последний раз, когда я шла к колонке, я обернулась. По бокам от меня заборы, за которыми стоят дома. Но я обернулась и вижу девочку, немного выше меня ростом. Она была одета во все красное. Красная шапка, куртки, сапоги, варежки, но только шарф вроде другого цвета был. Я смотрю на ее 5 секунд, повернулась в другую сторону, потом повернулась туда, где стояла девочка, ее там не оказалось. Все происходило 3 секунды, и она не могла убежать. Но самое главное, она была безликая. Я стояла рядом с ней, и увидеть лицо было нереально. Вторая история. Это было уже в городе. Гуляли мы с моей компанией, человек 10-15, и моя знакомая решила нас позвать потусить на балконе. Первый этаж ее дома. Эта история произошла 4 года назад. Мы согласились, я и моя подруга решили идти через подъезд, так как не хотели пролезать, как остальные, через железное ограждение. Там оно поставлено, так как первый этаж очень низко, и даже годовалый ребенок может залезть на балкон. Я и моя подруга боимся темноты, и мы попросили остальных открыть дверь, которая закрывает балкон. Идем темно, ничего почти не видно. И когда мы почти дошли, эта девочка, которая предложила потусить, закрывает дверь. У меня паника, мы бежим к балкону. Я оборачиваюсь и вижу почти на потолке волчью морду. Я от страха не могла ничего сказать. Я схватила подругу за руку, и мы побежали, открыли дверь. Меня посадили на кресло и стали успокаивать. Я настолько сильно сжала руку подруги, что она покраснела. И в итоге ту девку, которая решила закрыть дверь, я с друзьями наорала, и она извинилась. Третья история. Мы с подругами были на крыше. Короче, это что-то типа комнаты, где канализация высотой на один этаж. Сидим, едим чипсы. Я вижу девочку 13 лет в сорочке 18-19 века. Она прошла по крыше. Она была в белом, с волосами под каре. Это видела не только я, но и мои подруги. Последняя история произошла с последний учебный день перед карантином. Мы с лучшей подругой гуляли. Было очень темно, и мы решили идти по домам. Наш двор стоит рядом с оврагом, и тот дом, где мы шли, метров 10 от оврага, не точно. И возле оврага поле, и на этом поле возле деревьев стояли 2 существа, метра 3 ростом, черные, с длинными руками почти до конца ног.
У них слегка шевелились руки, они стояли в полусогнутом положении. Мы решили с лучшей подругой уйти. Она тоже их видела, и когда я начала их описывать, она продолжила описывать то же самое. На следующий день днем решили проверить это место, и там даже деревьев похожих не было. Примечание: там начинался овраг, и сзади них 5 метров начинаются деревья, а они стояли рядом с одиночными деревьями. Плюс спустя минут 10 существа исчезли. Но это не все истории, и у меня их много. Спасибо за внимание.